Тихо, Цезарь. Добрый вечер, Олег Алексеевич. Добрый вечер. Люди спрашивают, чтобы показывали собак. Собак можно показывать. Я благодарен, что подписчикам не только понравились донецкие собаки, но и вот эту, например, собаку очень редкой породы привезли и сдали в парк совсем недавно. Ее зовут Нора. Я забыл ее породу, что-то из азиатов, какая-то редкая очень порода, но и редкий характер по доброте. Огромная, большая собака, очень добрая. Ее где-то человек нашел в лесопосадках, выкормил, но тяжело, она много кушает. Вот, и человеку стало тяжело. Он увидел сюжет о наших донецких спасенных собаках. Вот, и вот привез и сказал, пожалуйста. Я говорю, но она не той породы, которую мы хотели для наших собак. Он говорит, ну возьмите, пожалуйста, ее. Мы взяли и не жалеем. Вот, ну вот с Норой все хорошо, да? Вот, она никогда не кушала мясо, сказал, редко очень. А здесь она кушает мясо, да, Нора? Не кушала, потому что... Ну, потому что у хозяина не было столько денег, чтобы кормить мясом, и очень переживал за ее рацион, хотя она была ухоженная и упитанная достаточно. Он говорит, пусть она вот волю у вас поест мясо и всего остального, да, Нора? Нора. Ну, я знаю, что некоторые собаки уже ушли сторожить, да, объекты. Да, есть на объектах уже, и скоро и эти пойдут. Вот по мере, как у нас открываются объекты и на ферме, и везде, где есть условия, можем уже определять собак. Но здесь тоже с ними не хочется расставаться, потому что очень, очень удобно с ними общаться здесь. Вот, собаки чудесные, да? Да, собаки чудесные. Как ваши взаимоотношения с Цезарем? Цезарем прекрасно, я могу зайти, и вы можете это увидеть. Слушай, я пойду один, Нора. Я один пойду, Нора. Нора, мы не идем, блин. Цезарь, который первое время был настороженный, сегодня уже совсем, другой. Да? Хвостом виляет. Ай, где ты такой, да? Да, гладиться дает уже, вот так. Вот так дает гладиться, да? Ай, ты такой немец, а? Ты такой немец. Немец наш такой, да? Ты такой немец. Ай, такой немец. Помните, какой он был агрессивный? Да, вообще. А сейчас такой игривый. Нет, ты тоже не пойдешь гулять? Ну куда? Куда гулять? Мы с тобой здесь гуляем. Да? Иди сюда. Ай. Да? Все время любишь кушать, Цезарь? Цезарь. Он поправился, по нему видно. Цезарь. Кушает, все время кушает. И боится, что еду кто-нибудь съест. Цезарь. Никто не претендует на твою лапшу с мясом. Да? Иди сюда, иди. Хорош. Все. Да? Дай лапу. Цезарь, а чья это игрушка? Смотри. Цезарь, чья это костомаха? На, чья это костомаха? Чья это костомаха? Это твоя, на. Твоя. Ой, твоя. Держи. Ой, твоя игрушка. Твоя, видишь? Собственник. Твоя игрушка, твоя. Ошейник дал снять. Уже хорошо. А как наш любимец Цезарь? Ну, прекрасно. Дает лапу. И там тоже, смотрю, еще одна новая. То есть я понимаю, эти вольеры уже не будут пустовать. Прекрасно, да? Ай, дай лапу. Вот так, дай лапу. Передай привет в Донецк, да? Передай привет. Всем дай лапу, вот так. Скажи привет. Куба, ты тоже хочешь, чтобы тебя погладили, да? Ты тоже хочешь. Ай, ты Кубу тоже сдали. Да, Куба тоже приехала к нам. Куба. Откуда-то издалека, по-моему, из Куба. Куба, моя хорошая. Иди сюда. Куба далеко, Куба рядом. Куба. Да? Ай, такая хорошая.
Симба. Ай, ты моя, хорошая, да. Хорошая. Пойдем, иди сюда, Куба, иди. Иди сюда, Куба. Вот все не той породы, как вы хотели создать пары. Куба. Ай, ты такая Куба, 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 Куба. Ай, ты такая наша Куба. Да, хорошая. Хорошая. Хорошая, восточная, европейская овчарка. Да, и ты баламут. Красивая. Собаки. Пришло, пришло. Проходи. Ну, мы показали наших собак. Все, давай. Поехали дальше.